Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на инвесторско-обучающем канале Redline TV. С вами Герман Пермяков, постоянный ведущий. Сегодня говорим о, продолжаем говорить о руководстве по эксплуатации криптовалют. Сегодня говорим опять же о новой криптомонете, которая называется IOTA. В общем, говорим об этой монете. Стандартные наши вопросы, история монеты, история выхода, где хранить, как майнить, где покупать и так далее. То есть перечень основных вопросов, которые задаются, в общем-то, каждый криптоинвестор. Поэтому знакомимся с монетой IOTA и принимаем ее к себе в портфель, кто, естественно, этого хочет. Поехали! В криптовалютном сообществе не стихают разговоры о IOTA. В декабре цена монеты выросла в два раза, а сама криптовалюта ворвалась в топ, заметно изменив в нем расстановку сил. Еще в начале декабря IOTA находилась на 8 месте по уровню рыночной капитализации, а уже буквально через несколько дней поднялась на 5-ю строчку, потеснив Dash, Litecoin и Bitcoin Gold. С чем связан такой впечатляющий рост не слишком ранее известной монеты? Как она появилась и чем отличается от других криптовалют? Есть ли смысл инвестировать в нее прямо сейчас? В данном подкасте мы рассмотрим главные особенности IOTA и попробуем ответить на вопросы, волнующие сейчас едва ли не каждого инвестора, который следит за ситуацией на рынке. Итак, поехали! В 2015 году норвежец Дэвид Санстеба собрал в Германии инициативную группу разработчиков. Вместе они основали компанию IOTA Foundation и провели ICO, чтобы привлечь внимание инвесторов к своему необычному стартапу. Основной идеей проекта было создание удобного платежного средства для реализации футурологической концепции Internet of Things, IoT или Интернет вещей. Попросту IoT – это сеть устройств, подключенных к интернету и оснащенных электронными чипами для передачи и обработки данных. Как это выглядит на практике? Например, холодильник автоматически размораживается, когда вы нажимаете нужную кнопку на своем смартфоне. Или фитнес-браслет измеряет физиологические показатели вашего организма во время тренировки и отправляет отчеты на ваш iPhone. Большинство уже существующих технологий с приставкой Smart относятся именно к категории IoT. В группе Sunstep решили создать специальную платформу для IoT с защищенными каналами связи и оригинальной платежной единицей, собственно, IOTA. По словам разработчиков, при помощи такой платформы пользователи смогут продавать или сдавать в аренду другим людям свои технологические ресурсы. Это оборудование, например, ASIC, или даже место на жестком диске. Держатели электронных баз данных смогут продавать мегабайты свободного места, а крупные корпорации – данные о своей продукции в режиме реального времени, например, сведения о состоянии бытовой техники. Прогрессивный стартап быстро привлек внимание инвесторов. В ходе ICO разработчики собрали 1500 биткоинов, а инвесторы получили внутренние токены системы – IoT. Однако вскоре обнаружилось, что IOTA может быть не просто удобным платежным средством для осуществления IoT. Это необычная и очень перспективная монета, у которой пока еще вообще нет аналогов на криптовалютном рынке. Чем IOTA отличается от других криптовалют?
Первым делом разработчики отказались от привычного, но тяжеловесного блокчейна в пользу уникальной безблочной технологии Tangle. Если блокчейн – это последовательная цепочка блоков, а любые ответвления от нее считаются форками, то Tangle – это разветвленная система, которая постоянно развивается в разных направлениях. Техническая сторона вопроса подробно описана на официальном сайте IOTA Foundation. Нам же куда важнее проанализировать, каким образом использование Tangle выделяет IOTA на фоне биткоина и других криптовалют на базе блокчейна. В сети биткоин существует жесткое разделение между обычными пользователями и валидаторами, то есть майнерами, которые поддерживают транзакции. В IOTA такого разделения нет. Чтобы подтвердить свою транзакцию, пользователь должен просто подтвердить две транзакции других участников системы. Благодаря встроенному алгоритму процесс происходит автоматически, то есть сеть сама себя подтверждает, используя компьютеры пользователей как точки входа и выхода. Проще говоря, вам не придется вручную на что-то кликать, нужно просто зайти в систему, и цепочка подтверждения запустится автоматически. В биткоине вы платите майнерам за подтверждение каждой транзакции. В IOTA их нет, а значит и платить никому не нужно. В системе вообще нет никаких комиссий, поэтому IOTA самый лучший вариант для микротранзакций. В сетях с высокой комиссией, в числе которых значится и биткоин, львиная часть суммы просто сгорает при переводе. Все сети на основе блокчейна широко плохо масштабируемы. При повышенных нагрузках обработка транзакций замедляется, а одновременное проведение тысяч платежей вообще невозможно, поэтому и приходится так долго ждать, пока пройдет транзакция. А вот в IOTA даже при пиковых нагрузках скорость обработки данных не снижается. Наоборот, при увеличении количества транзакций они обрабатываются быстрее. Ведь чем больше участников процесса, тем больше подтверждений транзакций может провести система. В сетях на базе блокчейн действует ограничение на количество и объем транзакций. В IOTA вы можете провести столько платежей, сколько понадобится, и создать платеж хоть на миллион долларов, хоть на 1 цент. Для проведения транзакций в блокчейне необходима синхронизация со всей сетью. IOTA же позволяет участникам сети объединяться в кластеры и проводить расчеты между собой офлайн. Таким образом, создателям IOTA удалось решить все основные проблемы биткоина и других сетей на базе блокчейна. Это низкая скорость обработки транзакций, обязательная комиссия за проведение платежей, сильная зависимость от майнеров, сложности с осуществлением микротранзакций, плохая масштабируемость, замедление работы при больших нагрузках и жесткие квоты на объем и количество транзакций. Некоторые эксперты называют IOTA достойной альтернативой биткоину. Однако на протяжении 2 лет существования монеты обо всех ее возможностях знали только сами разработчики и инвесторы, вложившиеся в капитал. И лишь сейчас, когда IOTA выбилась в мировой топ криптовалют, многие трейдеры обратили внимание на монету. Однако многие до сих пор не знают, как ее майнить, где покупать и в каком криптокошельке хранить. Как майнить IOTA? К всеобщему удивлению, никак. Разработчики сумели создать действительно децентрализованную платежную платформу. У других с этим серьезные проблемы. Например, в биткоин основные рычаги управления принадлежат крупным майнерам, а создатели Ripple держат у себя 65% всех выпущенных монет. В IOTA же системой управляют сами пользователи. Все монеты, а их почти 3 квадриллиона, уже выпущены и помещены в систему. Пользователям не нужно их майнить, все уже готово. И не приходится зависеть от майнеров, раскрывающих новые блоки. Таким образом, традиционный майнинг монет разработчиками не предусмотрен. Да и в самом присутствии майнеров сеть не нуждается. Многие пользователи называют невозможность добычи монет основным недостатком IOTA. Но нельзя забывать, что именно благодаря отсутствию майнеров в системе нет платежной комиссии. Где купить и хранить IOTA? Уже понятно, что IOTA абсолютно не похожа на другие криптовалюты. Частично из-за относительной молодости проекта и инновационного подхода разработчиков, IOTA плохо представлена на криптовалютных биржах. Когда монета только появилась, многие биржи просто не решались ее принимать, а вдруг проект окажется провальным. До июня 2017 года купить IOTA можно было только на азиатских биржах Binance и CoinOne. Этим летом 2017, тем же летом, появилась наконец-то IOTA на Bitfinex, одной из самых известных криптовалютных бирж. Ну и к концу 2017 года IOTA можно было купить за биткоины, эфириумы или доллары. Но в скором времени планируется расширить список доступных для обмена валют. Варианты хранения криптовалюты тоже ограничены.
Точнее, вариант всего один – держать монеты на официальном кошельке Yota Wallet. Чтобы обзавестись таким криптокошельком, необходимо выполнить следующее действие. Скачать установочную программу, например, на GitHub, запустить ее на компьютере, выбрать тип кошелька Light Node, легкий, без полной синхронизации с глобальной сетью, именно он рекомендован разработчиками для большинства пользователей, или же Full Node, тяжелый, который обеспечивает полную синхронизацию. Также нужно будет придумать ключ, не менее 62 символов, можно использовать заглавные латинские буквы, и войти в созданный аккаунт, используя ключ. На данный момент компания Yota Foundation представлена только десктопную версию для криптокошелька для Windows, Linux и Mac. Версии для смартфонов были выпущены только в тестовом режиме и находятся в стадии доработки. Как и почему менялась цена на Yota? Прошлым летом 2017-го, стоимость Yota менялась только в диапазоне от 20 до 50 центов. Однако уже осенью курс поднялся до 1 доллара, а в начале декабря перешагнул отметку в 2 доллара. На момент записи данного подкаста, это конец января, стоимость 1 Yota стоит 2 доллара 38 центов. Эксперты связывают повышение курса с эффективной стратегией развития компании. Еще в 2016 году Yota Foundation обзавелась собственным инвестиционным фондом и начала налаживать деловые отношения с потенциальными вкладчиками. Разработчики делают упор на крупные корпорации, которые больше других заинтересованы в развитии технологий для интернета вещей. Таким технологиям приглядываются также даже BOSS и Cisco. Поначалу в качестве платформы для IoT промышленные гиганты рассматривали Ethereum, но оказалось, что данная площадка не обеспечивает нужного им функционала. Затем думали сотрудничать с Hyperledger, однако платформа не устроила их своей чрезмерной закрытостью. А вот Yota им очень понравилось, настолько, что они вложили в разработку свои деньги. Этой осенью руководство Yota Foundation заявило о планах на разработку специальных процессоров для IoT, которые смогут обрабатывать тысячи транзакций одновременно. Проектом сразу заинтересовались в Microsoft. Как только компании подписали договор о сотрудничестве, цена Yota всего за сутки выросла на 44% и достигла рекордного за всю историю криптовалюты значения. Стоит ли инвестировать в Yota? Большинство специалистов сходится во мнении, что Yota – проект с отличными перспективами. Эксперты говорят, что в течение ближайших 2 лет нас ожидает массовое развитие IoT, поэтому потребность в технических решениях для интернета вещей будет только расти. А Yota Foundation такие решения уже предложила. Открытая и быстрая платежная система для проведения транзакций создана, а работа над самими микропроцессорами начнется уже в ближайшее время. То есть Yota — это не просто очередная криптовалюта, а средство для поддержки очень актуальной технологии. Об успехе Yota свидетельствует и быстрый рост рыночной капитализации. В 2016 году этот показатель составил 1,5 миллиарда долларов, а на сегодняшний день уже 7,5 миллиардов. То есть всего за год компания сумела привлечь 6 миллиардов долларов, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности Yota. Прогнозировать, как изменится курс Yota через год или даже месяц, сложно. Сейчас понятно только, что стоимость монеты будет расти, а как быстро — это зависит от популярности криптовалюты и лояльности трейдеров. И вот здесь у Yota есть некоторые проблемы. Если крупные корпорации высоко ценят разработки Yota Foundation, то обычным пользователям все еще сложно осознать всю масштабность и актуальность IoT. Из-за этого популярность монеты растет очень медленно. Однако, как показывает опыт с Microsoft, привлечение солидных инвесторов играет на руку Yota. Заключение контракта со знаменитой корпорацией моментально подняло стоимость монеты. Эксперты предполагают, что когда процессоры для IoT поступят на рынок, курс Yota поднимется еще раз. А сейчас, пока цена не очень высока, самое время закупать многообещающую криптовалюту по дешевке. Только лучше отказаться от схем вроде «быстро купил, быстро слил», заработал на колебания курса. Даже если в 2018 году цена Yota достигнет 100 долларов, как предполагают самые оптимистично настроенные эксперты, с продажи монет лучше не спешить. Специалисты советуют вложиться в криптовалюту сейчас, а сливки снимать через 2-3 года или позже, когда интернет вещей станет явлением по-настоящему массовым. Чем больше людей узнает о возможности IoT, тем больше будет потребность в Yota. А как вы уже знаете, именно востребованность криптовалюты определяет ее рыночную стоимость.
коллеги. Надеюсь, что вам информация оказалась полезной. Как всегда, мы очень стараемся и будем стараться. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Будем рады любой обратной связи. Еще раз напоминаю, подписывайтесь к нам в телеграм-чат, телеграм-канал, как вам удобно. Хотите активно, хотите пассивно, участвуйте. Слушайте «Азовскую столицу» и участвуйте в подкастах. Слушайте, скачивайте подкасты с подкаст-терминала. Их можно слушать, когда нет интернета или где-то в дороге. В общем, весь медиа-контент мы выдаем для вас. Ну и, естественно, просим от вас обратной связи. Все, всем спасибо. До следующих эфиров. Пока.